Громко, громко. Я прям слышу, у меня еще уши не отошли от предыдущего раза. Маленький звездочек. Господи, маленький звездочек. Я не громкость. Извини, больше не буду. Уши очень болят, Никита. У меня один болят. Я так хорошо научился свистеть. И для меня это такое благо своим друзьям похвастаться, как я умею свистеть. А я иду, нет, знаешь, все херня. Я иду, здорово. Я иду по улице. Мы недавно за городом были. Реально, деревня. Свистнул? Деревня, я иду, Катя. Я такой, я не говорю, я не спрашиваю. Я просто иду и свищу. И мне, прикинь, она что говорит? Нет, Катя мне говорит. Она мне говорит, а что ты свистишь-то? Я говорю, ты что, охуел, что ли? Мне дома нельзя свистеть, в машине нельзя свистеть, ребенок спит, нельзя свистеть, Антоха не дает свистеть, Юлик, но Юлику похуй, это Юлик, вот, Юлик, да, вот ему по вообще поебать, там все, можно чего угодно делать. Он просто смеется. Но все, кроме Юлика, мне запрещают свистеть, и уже на улице нельзя посвистеть, да вы с ума сошли. Вот было бы круто, знаешь, если бы кто-нибудь оттуда свистнул. Смотри, у тебя какой-нибудь там друган с той стороны. Это же для этого нужно было вообще, ребят, понимаете, да? Свист. Так, во-первых, дорогие друзья, всем привет, с вами Кузьма Гринин, Антон Власов. Здравствуйте. И, ну, вообще у нас есть заготовка.